такая боль. Вдруг она проявилась. Шатов! Удар и гол! Ну надо же! Для игроков Терека это здорово, что Олег Шатов так сыграл. Это его индивидуальное мастерство. Он, смотри, какое лицо озаренное у Андрея Вилашбоже. Но защитники прозевали. Сейчас рассмотрим, как это было. Вот, смотрите, ошибка в первом голе. И сейчас тоже Шатов, можно сказать, из ничего. Но он был впереди, мяч перед ним. Но почему никто из защитников не помешал? Давайте еще раз смотреть. Великолепный пас Дани, судя по всему. Два сразу защитника. Вроде бы и подстраховывал один другого. Это Кудряшов уже был последний. Да, Кудряшов. Он не успел, а Комаровский пропустил. Но это мастерство Олега Шатова. 1-1. «Зенит» выровнял игру. Это индивидуальное мастерство. И теперь «Зенит» может, конечно, прибавить. Это ведь дает дополнительную...